Мне в Красноярске начали обсуждать вопросы экологии и спросили у губернатора, каким образом он готов выполнять поручение президента по ферросплавному заводу. И главное, как заставить красноярцев изменить свое мнение в положительную сторону. Разработать план мероприятий, формирование общественного мнения в отношении проекта. В случае, подчеркиваю, здесь очень важно, положительном заключении независимой экологической экспертизы. Поэтому, если мы уверены, что экспертиза будет отрицательной, никто ничего формировать не будет. Во вторник всех